На юго-востоке от города Москвы, с 52-го километра Егорьевского шоссе, начинается Гжель. Это большая местность, объединяющая свыше 30 деревень с различными названиями, где каждый житель называет себя гжельцем. Мы приглашаем вас в гости на Гжельскую землю. Добро пожаловать! Самобытная история древней Гжели. Природа наделила Гжель богатыми запасами беложгущейся глины. А сами земли, тощие и песчаные, да часто и неурожаи, заставили жителей искать более надежного применения своему труду в керамических промыслах, горшечных, фарфоровых, кирпичных. Фарфоровая, хозяйственная и химическая посуда, декоративные фарфоровые и майоликовые изделия, известь и минеральный порошок для асфальтового заполнителя. Турыгинский завод художественной керамики. Современные предприятия, выпускающие посуду, декоративные вазы и сувениры. Его продукция известна широко за пределами Советского Союза. Изделия завода экспонировались на международной выставке «Экспо-67» в Монреале. В этом году завод является участником международной выставки «Экспо-70». Изделия привлекают внимание характерные для Гжели под глазурной кобальтовой росписью. Отличительным свойством продукции является стремление гжельских умельцев приблизить художественное оформление изделий к старине. Невдалеке от комбината строительных материалов расположился гжельский кирпичный завод. На заводе процессы сушки и обжига механизированы. Работают туннельные обжигательные печи и сушильные камеры. Завод работает на местной глине. Добыча глины в карьерах также механизирована. Гжельский кирпичный завод выпускает кирпич дырчатый, кирпич обыкновенный, крупные керамзитобетонные панели величиной в несколько метров. Крупнейшее предприятие на Гжельской земле – объединение электроизолятор, выпускающее огромное количество различных изоляторов размером от нескольких миллиметров до нескольких метров и весом от долей грамма до тонны. Еще большее мастерство рабочих рук требуется при изготовлении уникальнейшего 240-киловольтного проходного изолятора. Каждое движение должно быть точным и рассчитанным. Людей, умеющих их делать, у нас немного. Вес такого изолятора 3000 килограммов, высота около 3 метров. Вот изолятор готов. Наши изоляторы работают на Братской, Красноярской и Волжской ГЭС, на стройках Крайнего Севера, приборостроении, электротранспорте и связи, в электронике и медицине. Вы их можете увидеть на линиях метрополитена, морских и воздушных трасс. Они помогают крепить дружбу с трудящимися развивающихся стран, несут тепло советских сердец в Африку, Азию и Европу.